Играем за безмолвную, открываем дальше ключи. Чего уж мелочиться, поехали. А что за нее смотреть? Мне тоже казалось, что мы выигрывали, но почему-то ключ не засчитался за нее. Ну пошли. Там явно не светился зеленый ключ. Там было видно в конце, что зеленый ключ не светится. Надо теперь победу за безмолвную. Ну кто бы сомневался. Кто мог подумать, что у нее тоже будет купол. Ой, ну что, делаем тот же самый план. Мы знаем атаки всех элиток на первом этаже. Поэтому попробуем максимум элиток завалить. Вот путь, где три есть, вот здесь. В принципе, неплохие. Да, тоже три, но не так удобно. Если пойти здесь, здесь будет две. Попробуем, пойдем там, где три. Посмотрим, что получится. Так, каковы шансы, йоу? Такой же забег. Находим сейчас, сейчас идем в магазин. Находим этот осколок. И да, и берем. И собираем такой же билд, как за дефект. Ну, у безмолвной я уже вижу, что не такой сильный старт. Потому что у ворот перекат сама по себе карта хорошая, но сейчас у нее толку мало. У меня тоже много всего. Селянам надоело, что я сижу на кладбище и над мертвыми изгаляюсь от нечего делать. Они отправили меня на работу в город. Работа понравилась. Только прошел стажировку, в 3 часа дня объявили лог, и работы не стало. Опять сижу, блин, над мертвыми изгаляюсь. Но теперь рядом с городом. Некромант, спасибо тебе огромное, некромант, за донат 32 сердечка. Спасибо тебе большущее за поддержку. Благодарю тебя. Слушай, ну очень-очень рад, что ты нашел работу, которая нравится. И надеюсь, что она к тебе вернется после того, как вот эти все дела закончатся. Так что держись. Держись. Я думаю, что все в итоге получится. Куда уж, некроманты-то без работы никогда не останутся. Некромантия, она всегда нужна. Так. Сальто, нож, грация. Очень интересный выбор. Грация сильна. Грация очень сильна. Проблема в том, что, блин, нож лучше для элиток здесь и сейчас. И то, и другое нужно. Сальто будет не тяжело найти, она обычная по редкости. Грация на будущее. Грация автопик. Я согласен. Просто так часто потом в лейте без грации за безмолвную страдаешь. Просто страдаешь и страдаешь и страдаешь. И плачешься потом. Нет грации, где моя грация? Вот если бы грацию взял. Но сейчас будет тяжело. Возможно, план по захвату мира. План по захвату мира через убийство всех боссов в начале элиток на этом этаже надо будет немножко отложить. Уйма клинков, удушение, погибель. Заточки в почку, говорите? Говорите, заточки? А не боитесь, что слишком медленно? Заточки в почке. Но мы на элиток тогда точно не идем, если берем уйму. М-м-м.
Удушение на элитках лучше. Ай, давайте уйму клинков. Походу сейчас будем направо сворачивать, мимо элиток. Потому что мы гремлина не убьем. Хая. Гоу, билд на яд. Ну как билд на яд? Если яда в картах не приходит, то где мне его взять? Мы его нигде не возьмем. Ну вот еще заточки. Ну что, погнали заточки. Блин. Нельзя, гремлин убьет 100%. Обходим. Такой обход еще трэшовый. Ой, ладно, пойдем отсюда. Так, ну я хотя бы буду апгрейдить нам заточки. Зелий нету. Самое, да, обидное, что ни одного зелья не выпали. Хотя бы пару зелек было бы. Не могли, там не риск, там 100% слив. То есть фишка вот элитки, которую мы только что обошли, там не риск. Там 100% гарантированный слив. На гремлине и на логовулине. То есть даже нет смысла пробовать. На стражах нормально, да. И на стражах норм. Заточки на них помогут. И то не очень. Очень медленно будем бить. Вот теперь яд пришел. Теперь что-то есть. Но в данной ситуации я... Слушайте, у меня есть уйма клинков, плащ, кинжал. Я думаю взять удушение вместо смертельного яда. Берем. Яд очень хорош, но... Зелье таланта вон есть. Так, оно бафалось. Значит, сейчас точно атакует. Эти могут не атаковать обе. Нет, ошибся. О, зелье ужаса тоже есть. Все, тогда вечная агония уже пошла. Могучий ботинок. Вот оно. О, мощь. Че, пошли на элитку тогда теперь. Теперь идем на элитку. Гремлин, как я и думал. Кто бы сомневался. Блин. А что против него? Едкие для урона или след? Для немножко блока заточек. На гремлина нужно выложиться максимум на урон. Едкие это будет урон. И да, ботинок не работает, потому что я кинул на него зелье уязвимости. Едкий нанесет сколько-то урона. Немного, но сколько-то. Даже там 5-6 урона на нем могут зарешать. Фу, браслет есть. Фантом. Фантом. Фантом после апгрейда за 0 теперь становится. Если мы, конечно, проапгрейдим. Теперь здесь точно либо логовулин, либо стражи. Эх, по-моему, я тупану, если сейчас пойду на эту элитку. Рабочий ботинок. 3 урона с ботинка. Класс. Ой, какой классный ботинок вообще. Под слабостью-то он так хорош вообще. Ох,
Ух, божественно. Магнифисент. Магнифик удушение. Ой, какое красивое. Зелье регена, отлично. Еще одна грация или яд? А, знаешь что, я возьму еще одну грацию. Теперь, знаешь что, я на всякий случай хильнусь здесь. На случай, если здесь бой сейчас прилетит с гремлинами. Не прилетел, но лучше перестраховаться. Апгрейды. Но апгрейды, у меня стойкое чувство, что на грацию нужны. Я яд не взял, чат. Я взял грацию, не яд. Этот босс может быть тяжелым для нас. Пока грации нету. Да, 3 урона не хватило. Сейчас получим в лицо сильно. Нет смысла не играть фантом, да? Двойной урон идет. Грация пошла первая. Грация пошла вторая. Мы играем 20 блока. И мы, кстати, можем здесь даже эти замечательные заточки поиграть. Кайф. Не можем все заблочить, не играем. Атаки. Не, ну я прям наслаждаюсь вспышками ботинка, как он хорошо работает. Просто класс. Так, так. Он сейчас дебафы накидывает, да? А нет, он просто дефался. Вот сейчас он дебафы накидывает. Фантом эксклюзивно приходит на те ходы, когда у стража идет защитный режим. Это, видно, у них так принято, у фантомов. У них... Это как она называется? Рабочая этика против боссов, чтобы слишком имбой не быть. Так, сейчас будем дамажить хоть что-то. А, по-моему, мне надо было атаку играть. Да, он все-таки дефается на второй ход. Что там 1100 часов? Чат. Я кроме Спайра еще играю примерно в миллиард других игр. Одновременно с 1100 часов. Я не сидел и 1100 часов подряд в Спайр не играл. Я еще играл много других игр. Поэтому... Не надо тут рассказывать про 1100 часов. Так, это у него второй ход защитного режима. Можем делать так. Мисплей. Ну, мисплей, но урон мы не получим. Он бьет на 16. По итогу ни в одну нормально не умеет. Ну, если вы хотите стримера. Есть стримеры, которые играют в одну и ту же игру. Есть чуваки там, которые в доту играют, еще во что-то. Play the Spire эксклюзивно. Можете идти их смотреть, если вы хотите одну и ту же игру смотреть бесконечно. Никто не держит. Если вы хотите разнообразие, обзоры, всякие интересные штуки, то у вашего стримера иногда будут шарики за ролики путаться, потому что у него 150 игр одновременно держится в этот... В голове. Конечно, он будет что-то за этот. За
бывать. Ну и к тому же пожилой, старенький, он голова болит, чего? Старый. Надо как-то пожалеть дедушку. Лысый он уже облысел. Вы его булите. Ужасные. Ураган стали. Ну что, гулять так гулять? С ботинком-то. Ураган стали, неплохо, да? Прилив силы, хворь. Если бы я взял прилив сил, я бы мог его играть плащом и кинжалом. И фантомом. Если бы я взял хворь, это была бы моя защита очень сильная. Если бы я взял ураган стали, я бы его, наверное, никогда не играл. Да я не ругаюсь, тебя, это прикалываюсь. Что за лул, привет. Чего я хочу? Я хочу танцевать, во-первых, на могилах врагов. А во-вторых, наверное, взять просто хворь и не изобретать велосипед, да? Ну, это даже не придумаешь, да? Это специально не казино сломалось. Выпадает одно и то же. Джекпот. Джекпот, дамы и господа. Хочу я взять глаз, если серьезно? Сегодня 100% в серьезе, хочу ли я брать глаз? В принципе, он не так плох. Абсолютно адекватен здесь. Так а чего заточки? Как глаз на заточки влияет, чат? Заточки все равно будут стоить 0. Потому что заточки призываются только другими картами. Заточек как таковых не существует. Ну, существует, если ты их не разыграешь и сбросишь, то они придут уже дорогие, да. Молот, блин, апгрейдженных карт мало. Очень хочется взять глаз. Это был как гуд дефекта забег. Вот брат и сестра, дефекты безмолвная. Как бы весело было. Ай, ладно. Возьму ваш колокол. И сейчас кунай не придет, кто-то будет виноват. Где кунай? Окей, заткнулся. Замолчал и пошел играть. Пойдем в магазин. Не знаю, как вы это сделали, но у вас получилось. О, хитрый. Ох, блин. Сорванцы. Подкручивают и подкручивают. Тюрикен с элитки? Ну, с элитки не обязательно. В магазине можно сюрикен. А, мне не хватит в магазине. Блин, подождите, стойте. В магазине сюрикен не дропайте. Подождите. Еще рано. Стойте. Да, с элит... Нет. Он сбежал. Где мое золото? Отражение. А, у меня сброса нету. Не буду я брать потрошение. И яд не буду брать.
есть. Махолет. Махолет это хилка. Чем махолет купить? Я хочу удалить удар, это точно. 100%. Теперь хочу ли я махолет купить? Просто на миллион долларов, а? Лучше махолет или перевязка? Махолет, я думаю. Окей, берем махолет. Махолет это достаточно стабильная хилка для безмолвной. Относительно стабильная, настолько как стабильная, насколько может быть выпадение зелий. Поэтому я махолет одобряю. Знаешь что, с этим чуваком я выпью панцирь, заодно хернемся. Почему удар не сыграл, не знаю, потому что мисплей. Так, урон мы наносим двойной. Кинжал это будут 2 по 8 урона. И плюс 12, подождите. 8 плюс 8, 16. 16 плюс 12, 28. И плюс 4, 3, 12, 28 плюс 12, 30, 40. 40, не хватит урона. Урона не хватит. Не бей меня на 30, пожалуйста, спасибо. Везет с его атаками. Как? Ну, минус 4 силы здесь зарешают. Но как? Вопрос все еще остается в силе. Апоссум, привет! А, мой бог. Победа! Окей, у нас проблемы. Плащ кинжал еще один не помешает. Карты. Мы ищем не эти карты. Просто какие-нибудь другие карты мы ищем. Не вот эти. Точно говорю. Мне нужны заточки. Чё брать-то из этого трэша? Парировать, да? Парировать норм. Все идет по плану. Окей, так. На меня накинули дебафы, значит он сейчас точно атакует. На что мы отвечаем? Ха. Подумаешь, атакует. Где, блин, хворь, когда она нужна? Меньше, чем 3. Спасибо огромное. Апоссум, спасибо тебе гигантское, огромнейшее. Спасибо тебе за большой-большой-большой донат. В 666 сердечком. Чат, будьте добры. Будьте добры. Хайп. Мне нравится, как она с расстановкой сказала. Меньше, чем 3. В конце концов. Доколе. Очень так. Google женщина. Меньше, чем 3. Восклицательные знаки решают, да.
Мы убили обычного противника. Заточки! Больше заточек. Богу заточек. Мы, кстати, на элиток не пойдем. Это будет вот такой вот забег без элиток, да? Элитки в этом забеге кончились. Я хочу проапгрейдить. Плащ-кинжал. Плащ-кинжал кайфовый апгрейд. Нет, ловкость. Вот ловкость хороший апгрейд. Спасибо тебе, гигантская, опоссум. Это очень-очень большая поддержка. Я тебе супер благодарен. Очень-очень щедро с твоей стороны. Благодарю. Это на 20 удар в лицо. И ты тоже атаковал. Вот о чем я и говорил, апгрейд на... тяжко. Спасайте. Не надо его убивать, он сейчас бьет на 11. Дебаф будет неприятен, но, блин, кому счастливо. Наши чудесные заточки. Наши волшебные, прекрасные заточки. Почему они нас не спасают? О, нет, 2 хп. Нет. Игра не посмеет меня здесь убить. Когда я так близок. Когда я так близок к успеху за безмолвную. Неуловимость. То, что нужно. Так. Я знаю, что сейчас будет. Сейчас мы здесь хилимся. Теперь смотрите. Теперь мы идем сюда. Сюда, сюда, сюда. И тут в вопросиках находим хилку на фул. Карта вопрос — это знак. Вот она, хилка на фул. Это 50 золота. Это не хилка на фул. Хилка на... Не могу не обратить внимание, что... Это очень мало напоминает хилку на фул. Я бы... Смею заметить, что нет... Сейчас... Нет... Не сдаемся. Главное верить. Главное верить и не сдаваться. Ты не пробьешь меня, работорговец. Фантом? Я, кстати, ненавижу фантом. Он хоть раз у нас нормально сыграл. Этот замечательный, шикарный фантом. Что он вообще сделал в этой жизни для нас хорошего? Опять 3 хп. А я трус, я, пожалуй, сбегу. Окей, хилка на фул. Это не хилка. А, это вообще не хилка. Хилка. Статуэтка белого зверя — это практически хилка. Статуэтка с игрушечным махолетом — это почти как хилка, только не сейчас и не здесь, а потом когда-нибудь. На вафлю денег не было в магазине. Окей, босс. У нас есть кунай. Что нам нужно сделать на этом боссе? Настакать все кунаи. Вообще все кунаи настакать на чемпионе. Просто бесконечно сидеть в первой фазе и набирать на нем ловкость. Набрать 99 ловкости и выиграть. Все. Миссия выполнена. Очень легко. Никаких проблем.
Главная задача набирать ловкость, а не играть удушение и наносить урон. Хотя удушение можно было, наверное, сыграть, но неважно. Окей, удушение можно было сыграть, но мисплей. Удушение, ладно. Есть ловкость, мы играем ловкость. 10 ловки. Отлично. Еще ловки. Вот она вся ловкость. Раз, два, три. Раз, два, три. Клик, клик. 12. Чемпион, кстати, к счастью. Я думаю, для нас практически самый лучший противник здесь. Девяносто девять ловки, рука без защиты. Слушай, я уже знаю это, поэтому стараюсь не это, не палить контору. То, что мы можем вытащить фул руку без защиты с 99 ловкости, это кто уже сомневается. Мы можем на него хворь кинуть, чтобы он снимет дебафы все. Ну жесть, как мы его медленно будем убивать. Без сюрикена? Ого. Он не сможет снять дебаф, если у него сила в плюсе? А-а-а. Да? То есть, если я вот сейчас ему кину минус 4 силы... Не кинул. Я на следующий ход кину ему минус 4 силы. Да. Кстати, помните насчет руки без защиты? Минус 2 силы в итоге получилось. Минус 3, да. Ну что, надо его переводить во вторую фазу. То мы тут сейчас будем 5000 лет сидеть. 20 ловки должно хватить, да? Вот он переходит во вторую фазу. Делаем так. А, рука защиты. Все нормально. Все в полном порядке. И еще примерно 3000 лет мы будем его затыкивать. Добро пожаловать в пустыню реальности. Да что, играем. Урон, конечно, вообще жесть. Он пробил? Пробил? У меня что, больше хп было, я что-то не смотрел. У него 22 силы? Ну, много силы у него. А у меня 27 ловкости. У меня ловкости больше, чем у него силы. Тридцать. О нет, он меня обогнал. Черт. О нет. Живы?
Это была та самая рука без защиты. Семь блока. У него 34. Нет, он меня обгоняет реально. Тридцать два ловкости против 34 силы. Что круче? Что сильнее? Yes! Это сделали. Как я и сказал, ноль проблем. Так. А теперь о серьезных вещах. Что делать дальше будем? Застывшее время. Мы глаз уже скипнули. Поэтому застывшее время невыгодно брать. Глаза не найдем. Знаток хорош, но взрыв трупа это масс урон, которого у нас нету, да? Вау. Клетка, астролябия и пирамида. Пирамида не очень, потому что заточки в руку влезать не будут, да? Вечная. Будет вечная история с невлезанием заточек. Но будет всегда рука без защиты, да. Я бы взял астролябию и убрал бы три удара. Превратил бы три удара в рандом. Я бы пофандился с астролябией. У нас сейчас такой билд, что нам много-много-много карт безмолвные хорошо зайдут. Карт на яд не так много, вряд ли при... Они не пришли. Пришла улучшенная заточка, добивание и алхимия. Улучшенные заточки, добивание, которое с заточками работает, и алхимия, которая дает зельку. Ну, нормальные карты. У меня же махолет. Алхимия для нас как минимум 5, хилка на 5. И тот дополнительный эффект, который на зельке висит. Так, пути без элиток нету. Плохо. Дай сюда. Да, зелье нужно использовать теперь прям постоянно. Потому что мы после каждого боя получаем зельку от статуэтки. Так что, знаете что? Зельку. Отлично. Каждый бой мы получаем два зелья. В теории нам каждый бой два зелья надо использовать, типа. Не атакуйте. Не атакуйте! Зачем они это делают? Для чего вы сражаетесь, мистер Андерсон? Тебе надо чуть-чуть урона нанести. Вроде взрыв здесь должен всех убить, да? Фу, зельки, это все скип, нам не нужно. Нужна меткость, да, меткости нету, вообще нету. Нужна как воздух, я соглашусь. Еще одна алхимия пришла. Ну не знаю, зелье на заточке. Кстати, сложный бой для нас. А, нет, не сложный. Взрыв трупа.
Я забыл про взрыв трупа. Вот без взрыва трупа было бы очень тяжело. Не знаю, держи хвост. Ботинок лучший релик. Ботинок нам тут только боев выиграл почти. Но он помогал, активно помогал, поэтому нельзя его ругать. Он старался, как минимум. О, господи. О, вон ботинок, сколько урона добавил. Сальто. Ну, сальто возьмем, улучшенное тем более, окей. Вперед. Минус максимальное здоровье, потому что у нас слишком много. 124 голды, я хочу потратить. Магазин будет в конце. Маска неплохая штука. Кто у нас босс? Птица. Не, не буду брать. Маска хороша, но не идеальна. А я бы все-таки хотел, чтобы уж идеально было. О, сколько всего сыграли. Хочу что-нибудь такое. Ух! Алхимия. Каркар! Вот это кайф. Вот зелье каркар, это бомба. Это нам на босса желательно был. Очень желательно бы на босса. Блин, надо фантома играть. Фантом, блин, урон впереди есть, да. Так, как мы хотим это сыграть? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три. И добивание. Все равно не так уж много урона. И да, если мы в магазине сюрикен найдем, то будет вообще идеально. Еще один плащ кинжал. Берем, че уж. Живе. Апгрейды. На что апгрейды критичны? Я думаю, на плащи и кинжалы. Плащи и кинжалы прямо чувствуются, что апгрейд нужен. Потому что наши заточки — это наша защита. Так. Улучшить все карты вы не сможете восполнять. Здоровье плохо. Нет. Берем редкий релик. Окей, сюрикен. Сюрикен — редкий релик, йоу. Есть шанс. Есть шанс сюрикена здесь. Сильно бьет, но мы его сбиваем. Да? Вроде да. Да, точно. Добивание собьет. И просто грацию фантом. Хворь его контрит в ноль? Да, хворь его хорошо контрит. Но с другой стороны, она не обязательно. Зельки мне надо пить для отхила в любом случае. Да, взрыв трупа после апгрейда 9 яда делает. Все верно. Ну, мы без получения урона должны пройти. О! Зелье регена. Офигеть. Класс. Блин, я его... Ну, его сейчас пить нет смысла, да? Какой мне смысл сейчас зелье регена пить? Отхилим 5.
На первом этаже был пояс для зелий. Но если бы мы взяли пояс для зелий, мы бы не взяли игрушечный махолет. Соответственно, зелья бы нас не откидывали. Да, я помню, что на первом этаже был пояс для зелий. Но помните ли вы, что мы делали выбор между поясом для зелий и махолетом? Я выбрал махолет. Оооо, дед, который... И ураган стали. Ну чё уж, мы залезли, раз по колено залезли, то полезли дальше. Берем ураган стали, куда уж. Гулять так гулять. Все еще нет силы никакой, абсолютно. Тим атак. Вообще нету силы. Ничего нету, но, блин, я не собираюсь сдаваться. Собираюсь сделать эту победу. Взрыв трупа, может быть, эх, не надо изобретать велосипеды. Сила переоценена. Ну, что-нибудь, чтобы мои заточки усиливались. Можно не силу, я не знаю, можно мощь. Что это такое? Ну и что мне, не заставлять эти зелья? Я пью зелье регена. О! Зелье регена просто поменяй на зелье регена, лол. В чем проблема? Зачем экономить зелье регена, когда можно заменить одно зелье регена другим? Меткость тоже пойдет, да. Сила не обязательно, меткость абсолютно подойдет, вы правы. Не надо больше играть. Карты. Знаете чего? Куда спешить? Все, взрыв трупа пришел. Норм. Просто добей его. Работает, не трогай. Сюрикен. Нет, синяя свеча. И голова Витька. В принципе, лучше для нас. Лучшая элитка. Одну минуту. Пока тут бой начинается, я в туалет. Чуть стол не сломал. Коленкой ударился. Ну, коленки не больно. Столу, наверное, больно. Так. Алис, привет, кстати, да. Реальность просвечивается. Ага. Где? Здесь. А чё она? Давай лампу подвинем. Все равно просвечивает. Чё, оборзела реальность? Реальность-то светится. Вроде норм. Вроде нормально. Более-менее. Итак. Огромная голова. Очень хочется зелье культиста на ней фигануть. Но в теории мы должны
нормально стоять здесь. В этом бою. Только для максимума урона нам нужно в обратном порядке играть. Сначала защиту, а потом ловкость. Что немного странно, но... мы так будем максимальный урон наносить. И типа будем даже без силы немножко разгоняться на ней. Должно быть норм. Что мы делаем? Мы, например, играем сначала ворота перекаты оборону, потом играем весь дамаг. Но я, наверное, жадничаю, что не играю зелье культиста. Я очень хочу его на босса оставить. На боссе это, блин, все проблемы наши решит. Ой, мисплей. Порядок действий не тот. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тот самый ход без защиты. Что это так? Все карты в один ход собрал. Окей, новый план. Мы пьем зелье культиста. Кар-кар, да, да, кар-кар. Абсолютно верно. Кар-кар-кар-кар-кар. Это зелье вообще бесплатные карты делает или нет? У Витька масс дамаг 40. Это все равно 70, это все равно очень много. Лучше не проверять. Я думаю, каркар зельку мы правильно использовали, чтобы не было сюрпризов всяких. Смотри, пробивать сейчас начнет. Он уже пробивает. Капец. Так. Здесь можно фантома, кстати, сыграть. Нужен хороший ход с фантомом. Ну вот это выглядит как более-менее ход с фантомом. Так. 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 Ой, неуловимость. Супер. И то не офигенно много. Он уже бьет на 64. Уже почти максимальный. Но сейчас добьем. Пасть копилка. Кстати, о деньгах. Знаток. Знаток а хорош или очень хорош? Знаток это добор. Ну, технически, почти добор. Мы прошли. Главное, что мы прошли элиту. И да. Это очень круто. Фу, я перенервничал немножко. А, проклятие колокол же можно играть, точно. Вы правы. Я забыл, что со свечой его можно играть. Так. Кнопка, безумие, замысел. Безумие можно взять. Кнопка неплоха. Неплоха ли? Нам нужно много раз по чуть-чуть защиты, а не один раз много защиты. Не знаю. Мне не нравится. Безумие. Вопрос к безумию. Думаю, что безумие можно взять. Я его редко беру, но тут мне оно нравится почему-то. По каким-то причинам. Сделать, например, неуловимость бесплатной. И на апгрейд его тогда уже.
Нет, я понимаю смысл кнопки в начале игры, да. О, вафелька. Блин, вообще ничего, кроме вафельки, что ли? А где мои сюрикены? А у меня денег бы все равно не хватило. Просто вафельку, да? И удаление карты. Да, да. Че удалить? Че плохое? Кого кышнуть? Колоды. Ураган стали, наверное, самый плохой. А, удушение можно, в принципе, убрать, вы правы. Да, оно не нужно. Точно, удушение, абсолютно верно. Я думаю, что фантом лучше удушения. Фантом будет хорош очень, кстати. Вот если я сейчас его проапгрейджу, он будет кайф. Теперь он не тратит нифига. Ой, мы сейчас танец или плащ сделаем бесплатным. Без разницы, и то, и другое хорошо. И пошла жара. Окей, на птице. Ну, единственное, чего мы на птице хотим, в принципе, следить за чем, это не играть таланты. Но мы от талантов как-то и не зависим. Эта колода к талантам нифига не привязана, поэтому просто с удовольствием. 8 на 3, 24. Так, так, так. Теперь мы играем. Так, так и фантом. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Плюс есть зелье хила, которое я прямо сейчас выпью. Взрыв трупа можно сыграть сюда. Нормально зайдет. Немножко добора, немножко грации. Грацию. О, еще одно зелье от хила. Взрыв трупа не сыграл, потому что дурак. Потому что зеленый, как, блин, лук в холодильнике отмороженный. Колокол, точно, колокол сыграть забыл. Естественно. Только 5 минут назад поговорили, я уже забыл. Кто бы сомневался. Культиста надо убить. Культиста нечем убить. Не надо много лишнего играть. Грация добавит его. Окей, знаете что? Что мы сделаем? Это мы сделаем вот так. Потом мы сделаем зелье вот это вот зелье. И хворь кинем на птицу. Птица минус силу. Она все равно пробьет, но ничего, у меня зелье регена есть. Все, все будет нормально. Наконец-то я разберусь с этим, блин, гадским чуваком. Я не буду играть в ему клинков. Я ее сброшу и сыграю еще одну заточку. Все, все норм. Все в полном порядке. Теперь мы просто делаем клик-клик-клик-клик-клик. И очень долго, медленно, но верно, затыкиваем пробужденного. Заточками. Это будет это будет какое-то время займет, но я думаю, практически гарантированно. Бафнуть мы его уже не бафнем, потому что нечем. Оп-оп-оп-оп. Проклятие колокола сыграть, убрать. Супер. Я вспомнил. Я все время думаю, что оно не удаляется. Все время у меня ощущение, что проклятие колокола не удаляется. Оно удаляется. Это факт. Не удаляется проклятие Некрономикона. Вот тот, что не удаляется. Это да. Это правда. Ну и взрыв трупа неплохо поможет. Ten hours later. Это оно. Ну а что сделаешь? Любишь сюрикенить? Люби кунаить, как у нас в деревне говорят. Любишь, когда 150 силы на безмолвной от постоянных заточек? Так что вот люби тогда и... Так как брак. А, да, мисплей. Ну, не мисплей, как брак. Ну, брак тоже мисплей, но не важно. В общем, это как брак. Любишь в горе и в радости, в любви и в горести, или как там. Я не помню.
В общем, что-то там в разных ситуациях нужно оставаться верным. И все дела. А не только тогда, когда тебе нравится. И когда удобно. И когда все идет хорошо. А когда у тебя колода, в которой чуть больше, чем 0 урона, то извольте тыкать пробужденного 3000 лет. Уж как есть. По-моему, я могу, кстати, сыграть знатока, потому что у меня так много защиты. Вместе защиты. По-моему, я сыграю, короче, все, что у меня есть. Сыграю уйму. И сейчас сыграю этого. Как он там называется? Знатока. Неужели хороший ход? Невероятно. О, господи, как это приятно было. Еще один хороший ход? Я не верю в это. Мама мия, что творится-то? Варлок, покажи ловкость. Ау, я ловкость закрываю. Так, блин. О, никто на меня не пнул раньше. Варлок уменьшается. Магическое уменьшение. Волшебное уменьшение магического мальчика Варлока. В прямом эфире. Двадцать девять ловкости. Айдвар, привет. Че, не видно, что ли? Так видно же. Смотрите. Вон. Все, посмотрели? Доброе утро. У тебя утро? Прикольно. Клик-к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 лик
которая зелье культиста, все его потратил на элитке. Потому что если бы оно у меня здесь было, я бы не смог сдержаться и оставить его до следующего босса. Я бы его 100% потратил бы здесь, чтобы ускорить процесс. А это был бы неправильный ход. Поэтому можно считать, что... Да. Вместо того, чтобы бесполезно его использовать, пользуем сейчас по назначению. О, да. Весь урон. Антон тащит. Хотел написать, эта колода мертва на сердце, а потом увидел ключей нет. Еще один попался в ловушку. Все идет по плану. Фантом — это как стойка гнева, только без дебафа. Ну... А, в каком-то смысле, да. О, Таймлорд, прикольно.
Таймлорд. Как с ним работать? Ну, очень осторожно, да? Потому что он себе будет силу бафать. Соответственно, что мы хотим делать, это играть ровно столько заточек, сколько нам нужно для того, чтобы бафнуть ловкость. И пить зелья всякие, типа зелья регена. Так. 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 Нам надо ловкость быстро стакать, да. Перескейлить его. Можем сыграть три карты. Раз, два, три. Минус силу. Минус сила даст нам еще фору. И нам нужно что-нибудь очень хорошее из зелья алхимии. Ха, феечка. Смешно. Очень-очень смешно. Серьезно. Обхохочешься, блин. Прямо ржу не могу, как говорят у нас в той же деревне. А вот это как раз тот самый ход без защиты. Добро пожаловать. Уйму клинков, наверное, не стоит играть. Да, на нем, как обычно, уйму клинков не стоит разыгрывать. Не атакуй, пожалуйста. Не хочет сотрудничать, атакует. Мы хотим слизь удалять. Мы не хотим ее игнорить. Раз. Два. Мисплей. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. У него два силы, у меня 10 ловкости. Что ты потеряешь с уймы? В некоторые моменты мы не захотим ее разыгрывать для того, чтобы рано или поздно не триггерить его, ну, не триггерить его слишком рано. Переход между его фазами, чтобы не включался. А уйму всегда надо разыгрывать, иначе, ну, ты ее будешь сбрасывать, у тебя будут вечные заточки потом вытаскиваться в колоде. Просто не юзаешь, да, они потом сбрасываются, и ты вытаскиваешь заточки. Что не очень круто. Я большой любитель билдов на заточки на таймлорде. Это практически моя специализация. У меня крупный опыт в этом вопросе, поэтому поверь мне. Просто поверь мне. Окей, мы будем здесь играть. Вот здесь заточки мы играем, потому что добивание. Так, так. И блок. Медленно, наверное. Медленно, наверное. Окей, ураган стали мы не хотим здесь. Как раз 4 карты. Раз, два, три, 4. До середины дошли. Здесь мы будем играть все, значит, слизь сбрасывается. Так. Да, еще ловкость будет. Следующий ход, пожалуйста, весь урон. Давай, игра. I hate this game. О, блин, я даже не хочу плащ-кинжал играть, честно говоря. 16 урона с плача и кинжала. Весь урон по версии слизы спа. Ну, 5 карт не надо сыграть. Что? Ну, ладно, играем 5 карт. Раз, два. 4. Не бафнули ловкость на тот ход. Плохо.
Вот типа весь урон. Под слабостью. Ну сколько есть? Феечка сработала. Жесть. Мисплей. Сейчас убьет. Он убил нас! Он убил нас. Не было урона, чат. Чат, они украли наш урон и закрыли его в своем подземелье. И повеселее. Забрали урон и не отпускали. Зелье культиста надо было оставлять. Вот где нужно было зелье культиста. То есть, если мы посмотрим... Если мы посмотрим на забег... У нас было вообще все. Кроме какого-нибудь рампа на урон. Здесь так вот все идеально для заточек. Вообще все. Даже хилки были какие-то. Даже Тории была для защиты. И Астролябия хорошо прокнула. Все отлично. Но либо один релик на урон какой-нибудь. Сюрикен. Либо карта какая-нибудь типа. Хотя бы яд от точек накладывать, да? А я не знаю, завалили бы мою голову или нет. Без культиста. То есть вот когда мы зелье культиста на голове отдали. Потому что таймлорда с зельем культиста мы бы убили легко. Ну не легко, но убили бы. Не знаю. Вот она, элитный враг, да? А, ботинок был. Ой, извините. Ботинок, да, точно. Извиняюсь. Ботинок же был, так. Ну тогда. Тогда анализ отменяется. Потому что был ботинок. Урон был, просто не смогли его реализовать. Но урон был не прав. Слушайте, ну прикольный забег. Я соскучился за классическим спайром. Классический спайр все-таки фан. В классическом спайре вот такие штуки бывают. Очень интересные забеги.